Костомаров задерживает Стрельцова до выяснения обстоятельств. Светлана узнает, что Стрельцова арестовали, но увидеться с ним ей не дает Логинов. Логинов обещает посадить Стрельцова на 20 лет, если она не уедет в Москву и не забудет о своей любви. Светлана соглашается, и они едут в аэропорт. Ситуация, произошедшая между Стрельцовым и Логиновым, заставляет Костомарова задуматься о своих давних чувствах к Миле. Неожиданно он предлагает Миле уйти от Вырина и выйти за него замуж.